Всем привет! На следующей неделе передают морозы в Киеве до минус 10. Поэтому я решил немного сэкономить и сделать такой, скажем, вот коктейль. Это незамерзайка минус 80. Купил ее в Ашане за 80 гривен. Или 79, ну, короче, в районе 80 гривен. Написано, что она сделана в Германии. Это бутылка дистиллированной воды литровая. Ее цена от 10 до 20 гривен. Так как морозы будут недолгими, там буквально 2-3 дня, я думаю, что литра мне хватит. Вот я хочу, значит, развести 1 к 2. При таком соотношении температура будет у нас минус 15 градусов. Потом, когда будет плюсовая температура, я, скорее всего, залью обычную воду дистиллированную или сделаю из этого концентрата, но уже не минус 15, может минус 10, минус 5. Таким образом, я смогу сэкономить немало денег. Так, сейчас я займусь переливом и тогда уже покажу результат. Итак, процесс смешивания концентрата с дистиллированной водой прошел успешно. Ни одна капля концентрата не была перелита. Вот, что мы имеем? Здесь минус 15, здесь по-прежнему минус 80. То есть, когда начинает приходить холода, я использую концентрат, размешиваю его с водой до нужной температуры. Когда идет потепление, плюсовая температура, я использую просто воду. Но так как сейчас зима, то, конечно, в бачке омывателя я не держу много воды. То есть это буквально, ну, там из 3-4 литров у меня залит литр-полтора. То есть, чтобы в любой момент я мог, когда холодает, долить вот этот концентрат минус 80. И вода не заледенела. Все, всем пока.